Девочки, мальчики, всем привет, привет, привет. Сегодня будем готовить с вами нереально вкусный, очень быстрый, сытный, охрененный завтрак. Что, приступаем? Смотрите, я вот так поставлю, чтобы было видно. Все очень просто. Берем яйца. Два яйца. Господи, где, блядь, нож? Два яйца. Соли. Так, сковородку включил. Масло не надо. Молодец. Так, выбираем. Вы будете всегда готовить этот завтрак. Я вас уверяю. Что, блядь, не надо? Смотри, подниму. То, как ты это... Нормально было, а что я делал? Только шум создаю, да? Смотрите. Все делает очень быстро. Берем два хлеба, два куска, кладем, переворачиваем, переворачиваем. Переворачиваем. Это будет самый вкусный ваш завтрак. Причем готовится реально моментально, просто мгновенно. Сейчас обжарить надо. Открываем. Кстати, купил рулет такой вкусный, куриный, курица. 14 граммов белка, что-то там жира 0,3, что-то такое. Поехали. Переворачиваем. Переворачиваем. Отлично. Сюда мы кладем листик салата. Сыр. Колбаса. Колбаса берется. Можно две положить, что-то какая-то тонкая она. Сыр. Это вот так. Вот так. Блять. Вот так. Накрываем
чтобы сыр чуть-чуть подтаял. Плиту выключаем. Может туда еще и помидорку порезать. Сколько я готовил? 5 минут. Девочки, 5 минут. Это очень вкусно. Понимаете, да? Ой, я вообще молодец. Сейчас, секунду. Вот так поставим. Это у меня накидки от подушек, чтобы этот материал не портился. Он такой. Может испортиться. Минералки. Зачем я в кружку наливаю? Хлеб убираем. Помидорку забыл посыпать. Ой, положить, блядь, посыпать. Может цицибели взять. Цицибели. Вот так вот сверху. Сейчас, что меня не видно? Красоту эту неземную. Я же все равно добьюсь. Вот так вот. Ася, не прыгай, пожалуйста. Понимаете, какой я молодец. Пробуем. Девочки, это очень вкусно. И мальчики тоже. Блядь, это очень вкусно. Вы знаете, я помидорку даже бы, наверное, не добавлял. А вот цицибели соус. Очень вкусно. Просто мне реально вкусно. 5 минут. Понимаете? 5 минут. У вас вкусный готовый завтрак. Посмотрите, это разъедет. И все. Сейчас вам покажу эту. Вот так выглядит. Мясная ферма. Рулет. Блять, ну давай накапай. Ну что за дурак ты такой, а? А, состав. Смотрите, состав читаем. Филе куриных груд, груда куриных, вода из загустителя. Короче, по КЖБ, к этому, как оно, блядь, БЖУ. Белка 14, а жир 3 грамма. Я рекомендую, реально. Те, кто на ПП, прям рекомендую. Это очень вкусно.
Где моя вода? Блять, как это вкусно. А крышка от газа. Мне кажется, если вы торопитесь и хотите быстро что-то приготовить, это прям идеально. Во-первых, это ППшная история. Ничего вредного здесь абсолютно нет. Абсолютно. Сейчас поем, пойду гулять. Бомба. Девочки, если рецепт понравился, ставьте лайк. Не ленитесь, пожалуйста. Ставьте лайк. Я буду вам такие рецепты еще подкидывать. У меня их много всяких. Все. Пока.